Последние три года в нашей стране рост ВВП составил в два раза увеличился, рост бюджета в три раза. Средний темп роста ВВП около 7%. В 2022 году это было 9%, а первый квартал этого года 8,8%. И если это в руках самого правительства увеличение его государственных расходов, программы государственных инвестиций, увеличение благосостояния народа через рост заработных плат, пенсий и пособий, создание условий для бизнеса. Но теперь на архиважную ступень переходят реформы и в нашей стране. Это привлечение прямых инвестиций и увеличение чистого экспорта.